хочу сказать добрый вечер, но прям вот добрый день, доброе утро даже. Что-то рановато как-то вы затеялись с праздником, я не знаю, может потом банкет у вас какой-то будет, видимо, расширенный, я так понимаю, да? На час не знаю, как-то так тихо все. Обычно, когда народ знает, что у них сидят где-то в первых рядах, я так подозреваю, высшее руководство, все очень скромно себя ведут. Тут вообще обычно у нас все танцуют, потому что, ну, праздник есть праздник. Так и должно быть, правда? Так что не стесняйтесь, отсюда все не видно. Поворачиваться они не будут. Если что, я вам просигнализирую. Так что вот там, друзья, делайте, что хотите. Ваш праздник, имейте право танцевать, забыть все проблемы вот за этими дверьми и действительно как-то отдохнуть весело и по-человечески. Друзья, ну, в общем-то, поняли, что мы здесь, чтобы поздравить всех вас с вашим профессиональным праздником. И сегодня я вообще всегда говорю о любви, сегодня особенно. Это не только любовь друг к другу в самом высоком понимании этого слова, но и любовь к родине, любовь к людям, любовь к профессии. Так что, друзья, любите, любите, любите друг друга, любите свою профессию, и пусть в вашем нелегком труде все будет все-таки попроще. Очень бы хотелось полегче и попроще. Пусть будет так. С праздником, друзья! Чуть-чуть мне в ушки дай звука побольше. Друзья, ну что же, мы продолжаем. Мы идем дорогой любви. И те, кто еще не нашел... Я собой, я сильную волю вспоминаю.
очень, очень приятно этот день быть с вами. Это очень круто и здорово. Какой-то почетный. Спасибо. Вы хорошие. Ну что, семена, да? Поехали. Первый раз, но послушайте еще раз и понравится.